Привет, дорогие мои! И вы снова на канале «В гостях у Хумана». Я вам предлагаю сегодня вместо колбасы непонятного качества, которую вы покупаете в магазине, приготовить вкусный куриный рулетик. Нам понадобится 4 крупных окорочка, сыр твердый 150-200 грамм, перец болгарский 1 штука, петрушка или другая зелень, чеснок, специи, какие любите, перец черный, соль. Удаляем кости из мяса. Нарезаем перец соломкой, чеснок, любую зелень, какая вам нравится. Моя любимая петрушка. Натираем сыр на крупной терке. Помещаем окорочка на несколько слоев пищевой пленки. Перчим. Укладываем таким образом, один под другой. Солим. Размещаем чеснок по поверхности мяса. Болгарский перец выкладываем посередине будущего рулета. Помещаем сверху натертый сыр. Присыпаем все петрушкой. Заворачиваем в пленку, формируя колбаску. Обязательно сформированный батон герметично упаковать еще в несколько слоев пленки. Иначе испортим рулет. Обвязываем наш рулетик. Помещаем в кастрюлю с очень теплой водой. И варим часа так полтора с момента закипания. После варки извлекаем в подходящую миску, скорее в подходящий тазик, и протыкаем ножом в нескольких местах, чтобы вышел собравшийся вокруг рулета бульон. Сверху ставим что-либо тяжелое, чтобы рулет спрессовался. Чтобы не пропустить дальнейшие наши видео с рецептами, не забудь подписаться и нажать на колокольчик. Вот рулетик подпрессовался. Сейчас посмотрим, что у нас получилось. Вот такой вот рулетик. Кстати, бульон, который получился после прессования мяса, очень вкусный. С лимончиком, да с лавашиком, за уши не оттянешь. Снимаем пленку и нарезаем на порционные кусочки. Посмотрите, какая красота! То, что нужно для праздничного стола. Пришло время попробовать. Это очень вкусно. Никакая колбаса не сравнится.